Блять. Здорово. Да я и не пытался. Чё прикол-то? Чёрт. Тебе подсказать чего? Нет. Пока. Или это скрипт? А может лучше давай по старинке? Ну, я отвлекаю, а ты уводишь ключи. А? Да. Ага. Иди. Блять. Где этот официант? А, вот. И вам добрый вечер. Мой акцент, как всегда, меня радует. Я слышал его. Я вижу, вы распоряжаетесь официантом. Вы тут хозяин мероприятия? Я работаю на миссис Рокс. Организую приезд. О. Да. Вижу, расскажу, что они говорят. Так это ее поместье? Да, одно. И он еще сомневался. Вуф! Люблю смотреть, как работает профи. Так. Ладно, была не была. Это нам понадобится. Хорошо. Удачи. Будем на связи. Руки вверх. Оба-на. Привет, Виктор. Привет, Надин. Приятная встреча. Только теперь я застала тебя врасплох. Ну, повезло мне, что пушки у тебя нет. Тебя без формы прямо не узнать. Ну, сам понимаешь. Иногда нужно соответствовать дресс-коду мероприятия. Неплохо выглядишь, кстати. Спасибо, ты тоже. Чувствую себя не на месте. Как же приятно, ну, наконец, поговорить нормальный с кем-то по-английски. Хотя ты же американец. Ну, тут все претензии к моим родителям. Я шла в бар. Тебе взять что-нибудь? Да. Да, виски со льдом. Хорошо. Наид, ты это слышал? Слышал. Некая дама пытается тебя угостить. Да, причем не кто-нибудь, а Надин Росс. Надин Росс? Не та, у которой армия наемников. Морской патруль. Боевой патруль. А, ну да. У вас была стычка? Мягко говоря, да. Но, к счастью, зла она на меня не держит. Все, я готов. Хорошо. Салли, мы готовы. Тот же тоже все слышит. Осторожнее, ладно? Попробую. Готов? Да, пошли. Нужно выяснить, где тусуются официанты. Давай выманим одного из кухни. Ну, пошли искать кухню. О, да тут еды на целую деревню хватит. Черт! Официантов видишь? Нет, только наемников. А это еще что? В схеме тут решетки нет. Заперто, конечно. Ладно, план Б. Вот так. Не, стой. Пусти. Вентиляцию. Нейт, подойди-ка.
Я тут. Вот так. Да будет свет. Беда тут с электричеством. А фонарь ты, конечно, подойдет. А хорошая мысль всегда брать с собой курильщика. Если здесь, я не могу вообще ставить такие оценки, я не знаю. Скоро косею от винных паров. Счастье за рулем сами. Я вообще не понимаю, как должна выглядеть игра на 10 из 10. Я не могу так сильно оценивать. Может, вход в вентиляцию за бочками? Надо, я думаю, бочку эту толкнуть. Может, с Алькасаром вином рассчитаемся? Боюсь, он вежливо откажется. А это ничего, что Виктор болтает с Надин Рос. У ее людей жуткая репутация. А Салли, не беспокойся. Он из любой ситуации. Или наоборот, вытащить ее, да? Хотя. Пишите. Может, наоборот, было вытащить ее? Чтобы она отсюда съехала туда. Пока народ, конечно, нравится. Может, не нравится. Ну, давай, уйди. Молодец. Пока ладно, хорошо. Раз вот это, с какими стандартами говорите, 10 из 10, 10. И что это за какое такое? Может, надо было посередине типа ее ставить, чтобы забраться? Вот так вот. Нет? Блять. Закатки! Надо как-то туда пройти, да, вниз. Но я не могу этого сделать, пока. Может быть, ту надо подогнать? Ну как ее подгоню тут, блядь, вот эта хуйня стоит. Вот эти бочки, ты себе ничего не сделаешь. С этой стороны я что же там ничего не сделаю? А, вот. Сюда. Блять, что я туплю это все? Опять усложняю. Ну да, я сам. Помощь? Какая помощь? Я держу зажигалку. Ну здорово. Тырит-тырит. Типа надо подвести куда-то. Какой-то кран. А, он, наверное, подвести, чтобы наверх залезть, я понял. Так, и залезем мы вот по этой хуйне. Так, давай наверх. Ага, есть. Тут уже, чем я думал. И много пыли. Тихо, черт. Там официанты. И у лысого похоже. Ничего, официантов тут много. Так, хорошо, лезем обратно. Ну что? Оп,
Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Вот и свежий воздух. Посмотри, видишь здание с радиовышкой? С сотовой вышкой. Чего? Да неважно. Рубильник там. Да, ты прав. Как бы туда пробраться? Сэм, сюда! Я подсажу. Хорошо. Так. А ты в хорошей форме. Салли, мы прошли винный погреб, идем к рубильнику. Как там дела? Салли, слышишь? Может, сигнал слабый. Надеюсь, у него все в порядке. Там, надеюсь, эта черная женщина его не отравила. Нашел кухню. Ну, конечно. Тут заперто. Ну, с ноги выбивай. А, вон еще. Смотри-ка, лестница. Можно влезть в окно и спуститься в кухню. Хорошая мысль. Я тебя подсажу, а ты залезай. Ну как? Тихо, тихо. Бонасер. Мы что ста фаджем? Полегче с гражданскими. Что? Ну, проснется с больной башкой в одних трусах. С кем из нас не бывало? Ну да. Ну, теперь и ты. Добудь костюмчик. Ладно. Ладно, иду к генератору. Сэм, ну как? Хорошо, но штаны немного тесноваты. Ничего. Big balls! Ну, в Риме поступай как римлянин. А, потому что мы в Италии. Так, наверное, сюда? Я возвращаюсь обратно в зале. Да-да. Сэм, слышишь? Сэм? Салли? Супер. Так, не сюда. Или сюда. Хуй знает. Я отсюда пришел. Здесь балкон. Здесь закрыто. Что-то я не понимаю. Может, наверх сюда? Ага. Если слышите... Я иду к генератору. Буду скоро. Вроде. Мне надо туда, наверх. Ок. Ты присосался с больной головой в одних трусах? Нет. Чуть у меня такого не было. Я, когда сильно даже напиваю, слежу за со своим телом, там, за своими действиями. За языком, может быть, и смогу следить, но за другим могу. Блять, мне сообщение написать. Блять, ой. О, черт! Я похотливый мужик, старый мужчина. Все участники сели на губу на целый месяц. А что с лошадью? К счастью, на борту был запас морковки. Кто-то знакомый? Нет, просто показалось. А когда ты познакомишь меня с партнером, как его?
Дрейк? Ну, он бывший партнер. Я уже давно работаю в одиночку. Дрейк отошел. О, то есть да. В мир иной? Да нет, просто отдел. Вроде как остепенился, семью завел. Ну, то есть все равно, что умер, правда? Виктор Салливан, как дела? Рэйф? Давно мы не виделись. Лет 10, 12. 15. С ума сойти. Столько лет прошло, а мы все там же гоняемся за барахлишком всяких мертвецов. Да ладно. У тебя же вроде отцовская компания. Уже моя компания. То работа, а это хобби. Неплохая у тебя работа. Ты наверняка можешь купить все, что тут сегодня выставлено. Конечно. Но какой в этом интерес? Меня интересует только нечто редкое, уникальное. Может, ты посоветуешь мне, что выбрать? Чтобы он увел у меня все из-под носа. Но если между нами, я заметил, что порядок лотов сменили. В общем, чую я, что кто-то что-то мутит. Не забывайте, где мы. Здесь все живут мутными делишками. Вот именно поэтому так нужен кто-то, кто тебя прикроет. Ну, не хочется тебя расстраивать, но ты работаешь на американца. Вместе. Мы работаем с ним вместе. Ебать, у нее бицуха. Она какая-то фитоняша. Вы друг друга ставите. Через минуту мы начнем по следующему лоту. Инкрустированное распятие из поместья Трой. В общем, не буду вам мешать. Приятного вечера, ребята. А ну, стой, Салли. Как ты об этом узнал? Это? Может, объяснишь, о чем ты? Надин, боюсь, последний коктейль был для него лишним. А ну-ка повежливей, старик. Уж не знаю, как ты сюда пролез, но если ты только попытаешься купить крест Эвери, то этот зал ты покинешь вперед Рейф. Ногами. Ну, ты ведь меня понял. Рад был вас видеть. Нейт. Нейт. Да что в тебя, куда ты пропал? Хуяна у них связь. По-моему, в Ордене в 86-м году это была лучшая связь. Нет, 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 нет. Дай, дай, дай. Подожди, пожалуйста. Лучше б я вызвался в официанты. Типа мне сюда, что ли, надо было? Да, блядь. Все понял. Cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? LOL! Sono un cugardo. Ah!
Вот так. Так. Где этот чертов рубильник? Сони Эриксон. Не будет с этим он. Сэм, Салли, слышите? Это где тебя черти носят? Я дошел. Не без проблем, но дошел. Короче, вырубить свет сейчас самое время. Минуту, еще бы добраться до рубильника. Нет у нас минуты. Рейв сейчас купит ваш крест. Что? Рейв? Рейв здесь? Да, Рейв здесь. И пока предлагает самую высокую ставку. Ну, так перебей. Да? Чем? У меня нет таких денег. Салли, мы его крадем. Забыл? Давай, а вдруг он почует блеф? Спасибо. Не почует. 90 тысяч. Будут другие ставки? Если мы сейчас упустим крест, я считай покойник. Да? А если я выиграю лот, мы все покойники. Салли, мне просто нужно время. Поскольку ставок больше нет. Верь мне. 90 раз. 92. А черт с ним. Бене, новая ставка 100 тысяч евро. Грации. Господа, будут еще ставки? Итак, новая ставка 110 тысяч евро. Ну, терять-то уже нечего. Новая ставка... Спокойно. Скоро все закончится. Да уж, надеюсь. Блять. Нужно разбить замок. Цена достигла 130 тысяч. Давай, бери инструмент какой-нибудь. Терять нечего, блять, будем. В смысле нечего. Тут есть что-нибудь, нет? Цена возрастает до 150 тысяч. Да ёб твою мать, Салли, сейчас я найду какую-нибудь хуйню, изоленту. Последняя ставка составляет 160 тысяч евро. Да подожди секунду. Сеньор ставит 170 тысяч евро. Есть! Нашли кочергу, сейчас перекуем. Салли, держись там. Возьми мою карточку, все деньги кончаются. Сейчас. Цена достигла 190 тысяч евро. Это... Разработчики спорят по цене за стрим одной игры у меня. Да, да, готовы? Да. Я-то всегда готов. Виктор? Одну секунду. Ставка сеньора 210 тысяч евро. 500 тысяч евро. Пора уже с этим завязывать. Грации. Новая ставка 500 тысяч евро. Джентльмен, желает продолжить? А я уж думал, придется тебя убить. Даже занервничал. Сука, блядь, я тебе глаз сигарой выжгу. 500 тысяч раз. 500 тысяч два. И распятие продано за 500 тысяч. Дамы и господа, сохраняйте спокойствие. Сейчас включится резервный генератор. Украли! Бараты тут и рушите. Сюда вы расширили. Пропустите, с дороги! Держи его! Эй, остановите его! Фермон! Что вы делаете? Он же уйдет! Вы говорите по... Спарище. Ладно. Надо вызывать черную женщину. Сэм, крест у тебя? Святой Дисмос тут. Хуя на шериф, кстати, наверху. Мы разбудили осиное гнездо. Зал заперт, охранники бегают. Виктор, где наша тачка? Дороги перед входом. Иди на свет фар. Я подгоню машину. Куда мне-то идти? Чуть не могу понять. Так, я был здесь. И получается сюда прыгнуть надо? Не нахуй! Чёрт! Ой-ой-ой. Когда есть опасность, что его заметят, я понял. Да-да-да. Влево потом нажмите крест. Стелс пошел. Обожаю стелс. Где отсюда? Самый любимый нахуй в играх. Стелс миссия.
Зря мы не взяли пушки. Наверху выгодная позиция. Merda, se riescono a svignarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi, ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo. Отлично. Я иду. Сейчас заберусь только повыше. Да. Ебать. Сука, блядь, да, блядь. Блядь. Так. Хорошо. Наверное, туда наверх надо. Я хер знает. Видно, что далеко. Не вижу я, что далеко, блядь. Все в порядке. В лицо меня никто все не изи. Разглядел. Я сейчас просто спокойно выйду, и все. Да. Блядь. Это не я. Скузи. А знаешь, тебе ведь сюда нельзя. А вам тоже. Давайте так. Не будем никому рассказывать. Мне от тебя кое-что нужно. И ты мне это дашь. У-у-у. Правда? Ложись на стол. Я польщен, но, увы, мое сердце занято. Прошу простить. Пиздец. Давай-ка без этих шуточек. Ты слышишь, ты охуела, что ли? Дамочка. Ебать, она снимает каблуки. А не то бы я вам... Нихуя. Она что, под этим? Ты бы что? Ладно, ладно. Имейте в виду. Вы меня вынудили. Хватит болтать. Не вышло. Я тебе поддался. Блять. Да ты охуел. Какого чёрта, блять? Отдавай мне артефакт. А конкретнее? Вы знаете, сколько я их зажил на свете? Пожалуйста, выражайтесь точнее. Сейчас я тебе всё объясню. Ай. По-моему, ее нереально победить, блядь. Она меня убивает. Пиздец. Тебе хватит? Или будешь продолжать умничать? Знаете, вы крушите очень дорого. Нас за такое отсюда могут и попросить. Нихуя. Так, стоп, стоп. В заднем кармане. Где оно? Вот здесь. Да нахуй наебал. Ай, блядь. На ссаной тряпке повис какой. Ой, блядь. Я у машины. Вы куда провалились?
встретил твою Надин Росс. Такая душка. Да, тут полный хаос. Они пытаются удержать ситуацию под контролем, но все психуют. Не хочу тебя торопить, но давай бегом. Эй, ты где там? Хороший вопрос. А ты? Я устала. Ориентируйся на такой круглый знак. Ага, круглый знак. Кстати, я раздобыл пушку. До встречи. Ой, блядь! Ой! Ебать! Охуеть, вы что делаете? Серьезно? Как? Как? Классный выстрел! Ты живой? Да, пока держу. Отсюда к тебе не попасть. Спуститься можешь? Да, вроде да. Ладно, встретимся у дороги. Иди к бальному залу. Хорошо, я понял. Ладно, глянем, что тут у нас. Может, патрончики кинь. Виктор, я тут застрял. Идеи есть? Быстрее всего через зал. Ты говорил, он запер. Ну, теперь я не знаю, что это вы и всех вывели. Значит, зал. Ты понял, Нейт? Да, понял. А где этот, блядь, санный зал-то? Куда мне идти? Ну не вниз же, или наверное, вниз. Наверное, вниз. Если я вниз пойду, я как обойду-то? Это же вроде нереально. Я думаю, мне надо туда. Изи. Стелс-ачивка. Где ты нахуй? Понимаете, я в стелс, я мастер стелса, думаю, вы уже успели понять. Обожаю стелс-миссии, пиздец. Ну чё, суки, блин? Ну, жди ещё зимой. Примерно так я всё хитменно проходил, если вдруг вам интересно. О, УЗИ, отлично. Так, мне, наверное, сюда надо. Серьезно, я не, блядь, не скучно становится этим стелсом. Что это такое? Это Тима? Я чуть даже не увидел. Это такой стелс. Ладно, я почти в бальном зале. Меня прижали! Нужна
Я иду. Супер. Иди отсюда. Ебать, что происходит, нахуй? Пиздец. Ну чё, суки, а? Разберёмся, блин. А? Концепция меняется. На выезде теперь пробка. Нам не прорваться. Да ладно. Чёрт, а что будем делать? Мне нужны патроны. Возле зала есть фонтан. Отвлекнись! Жду вас там. Ясно. Пошли. Перепечатал. Пиздец. Это угарно. Ладно, сейчас все сделаю. Сейчас я все замучу. Сейчас аккуратненько будем. Блять, я стараюсь. Суки, дверь точно злой, нахуй. Сейчас он будет стелс. Нет, иди сюда. Ну чё, блядь? Давай! Да-да-да-да-да-да-да! В целом, я не имею на консолях целиться, мне это бесит. Как ты видишь, мне это даже не помогает. Попробуйте удачи.
ухожу, блядь. Я оставлю одни трупы. Уезжай, блядь, уезжай. Душу ждут муки ада. Черт. Что? Пусто. Что? Ну ты придурок. Твоя кровь. Так-так, череп и кости уже неплохо. Печать Эвери. Что это? Ходие мекум эрис... Ин парадисо. Ныне же будешь со мной в раю. Так сказал Иисус Дисмосу, разбойнику, да. Но... А что это за цифры? Есть идеи? Ну, может, код. Номер телефона. Да ладно. Да ты. Мик, уважаемый Мик, в настройке можешь убрать автоприцел и сиди дрочи с этим прицелом сколько угодно. Я не хочу. И 99-й. Это, блядь, выбор, понимаешь? Заходишь, сука, сюда... настроечки. Здесь есть управление. И ты можешь делать себе как хочешь. Автоприцел, не автоприцел. Вообще без разницы. Вот, режим прицеливания. Можешь делать, можешь нет. Я включил, мне так комфортно. Если ты хочешь... если ты хочешь, блядь, стрелять как в нормальной игре и целиться с охуительными сосками, вперед. Да, ну... То есть у нас есть дата рождения, дата смерти и дорога в рай. Похоже, искать надо могилу Эвери. Собор святого Дисмоса. Погодите-ка. Рейв там наверняка уже каждый камень перевернул. Ага. Ну, не целится. Стрелять, но не целится. Видите символы? Ну? Укрытие стрельбалки. Такие бывают на шотландских могилах. Ясно? Вот, посмотрите. Эксклюзив на PlayStation. Там очень необычная планировка. Ага. Вот тут собор. А кладбище аж вот здесь. То есть Райф вообще не там ищет? Именно. Парни, мы едем в Шотландию. Так, стоп, стоп. Вы понимаете, что Райф будет вас ждать? Ну, разберемся по ходу пьесы. Этот психопат встретит вас с распростертыми объятиями. К тому же при нем там будет Надин и вся ее армия. Зато у нас есть вот это. Величайшее пиратское сокровище у нас на ладони, пойми. Я думал, ты спасаешь брата. Ну да. Да, все правильно, конечно. Чтобы его спасти, нужно сокровище. И как Елена тебя отпустила? Ну, ты даешь. Ну, тут все не так просто. Слушай, вы с ней столько пережили вместе. Она бы меня не поняла. Ты слишком плохо о ней думаешь. Я не могу рисковать. Нейт, он прав. Все изменилось. Замешан Рейф и... Я справлюсь сам, правда? Правда. Класс. Что ж, спасибо за ваше ценное мнение. Простите. Привет. Да, это я. О, заебись, вискарик. Ну, уже сердечко не то. Я, конечно, понимаю, тебе тяжко пришлось. Столько лет в тюрьме... Я тебе очень сочувствую. Но он не виноват. Я его и не виню. Он с таким трудом завязал с этим делом. Я его не вынуждаю, он сам решил. Ясно? Это его призвание. Ты это серьезно? А ты здесь зачем? Затем, что кто-то должен подумать о нем. Нет, через пару недель вернусь. Ну да... Ладно. Хорошо. Люблю тебя. Пока. Я сказал ей, что работа потребует немного больше времени, и это правда. Так ведь? Ну, что скажешь, Салли? Сэму нужна наша помощь. Ну, говорят, что в это время года в Шотландии особенно хорошо.
Блять, мне аж это, я же почувствовал сразу запах спиртеги во рту. Ну, ну да, неплохо. Подошел к делу серьезно. Они все скучковались вокруг собора, это хорошо. Поскольку кладбище в нашем полном распоряжении. Да, я врал жене, я говорил, Салли? Что... Да? Слушай, путь свободен. Обожаю Чивмана. Ну, он давайте. Такой классный, всегда удачи хорошие картинки линкует. С нами не пойдешь? Ну, нет. Разве что у вас там есть эскалатор. Ладно, тогда до скорого. Нейт? Да? Ты только... Вернись не с пустыми руками. Договорились. Ну... Почтим память капитана Эвери. Восьмая. Шотландский собор. Странное местечко для сокровищ. Травка. Дани, когда Эвери сюда явился, собор был уже заброшен. Наверное. К тому же за ним все охотились, а тут можно хорошо спрятаться. Так что случилось между тобой и Рейф? Достал он меня. А я его и того сильнее. Я горевал. Заканчиваешь стрим. Говорю, что как стрим? Нормально прошел. Да, много, короче, говорю, задонатили, все здорово, моменту, отлично. Хорошо. Свалил, да, да, спасибо. Вот так, вот, вот такое вранье. Ну и что, вниз спускаемся дальше? Ебать! Авермедия, Авермедия пропала, заново запустить. Запускайся, запускайся. Игра что ли зависла? Вчера врать не пришлось. Это все при ней. Да, к этому плойка пиздец. Это дело. Дело не в Вермедии. Бля. Спасибо. Ну, да, да, поставь. Че она не хочет запускать? Я не понимаю, мне надо перезапустить или что? Да, закрыть. Сейчас. Что-то у меня зависло. Ну, может, до конца? Че мы начинали-то? Я не вижу смысла ее дропать. Поэтому и сел поиграть. Чтобы до Масухи успеть. Сейчас будет закрываться. До скольки? Не знаю. Без понятия. Что-то, короче, понятно. Проще мне питание перезапустить, чем закрывать его. Я все выкладу на YouTube. Сейчас она запустится, надеюсь. Сейчас мы попытаемся все узнать.
Ну что такое-то? Алло. В чем прикол? Что, мне шнур что ли выдергивать? Что с плойкой-то? Ну вот, надо go. Да надо бы этот выполнить. Лу. О, господи. Встречайте, в эту душ ТВ. На стримфесте 20 тысяч в группе. Не скучно об играх. Или ты дыщ. А, этих я слышал. Блять, короче, перезапущу я ее. Тут пиздец какой-то. Сейчас будет ее 300 лет. Ну выключайся, нахуй. Ну выключайся. А? Теперь включайся. Проверки системы, включайте питание. Ок. Короче, только это проверка, ребятки, идет. Кинескоп сжёг. Сейчас батя перейдет пизды, да, за кинескоп. Как хорошо, что я теперь вырос и могу сам навалять, батя. Если гарантит, конечно, есть. Да. Предупреждение по эпилепсии. Блять, можно мне вот это говно не... Может быть, из-за него что-то оборвалось? Сейчас я вам покажу. Девяносто девять часов осталось. Можно без обновления, спасибо. Сейчас спрошу у Саши. Девяносто девять часов, да, отлично. Марафон. А чё, это файлы сетевой игры. Я без них же как-то играл. В интернет, я не знаю, недавно карточку ROM только закинул. Нормально должно быть.
Блять, меня больше беспокоит, чтобы завтра у меня самов меньше ста не стало, иначе, блять, они начнут орать, что типа два смайлика уберем, типа найдите, не берите самов и так далее. И вот это, блять, меня беспокоит, конечно. Тоже там, типа, ну, если тебе меньше сабов становится, ты не можешь смайлики менять. Я Владу, например, недавно писал, говорю, что, ты будешь все смайлы менять? Он говорит, блядь, я типа не могу, потому что количество меньше. То есть там просто минус 10 или сколько смайликов будет. Потому что же праймы отрубили, и поэтому многие не хотят себе ничего менять. Блядь. Ну, вроде нормально все идет. А в чем прикол-то? Мне за что-то надо цепануться или что? Или как? Как мне спуститься-то лучше? А, вон, вон, внизу вижу. Должно вытащить. О, это мысль. Это еще что? Потому что твичи меня ненавидят. Снаряга для раскопок. Тут у нас один смайл. Наемники? Что? Смотри. Я думал, например, сейчас у меня висит оплата за... Ноябрь, декабрь и январь. Я не знаю. И они меня, наверное. Хуй знает. И смайлики третий день висят, не могут опробовать. Один смайл. Сразу дают, как только партнерку подрубают, и дают 4 смайла. Потом там за 25, 50, 75, 100 и так далее. То есть мне, например, следующие 2 за 250 сабов, но это не будет никогда уже. Это слишком долго. Максимум 170. Тюрка не давали? Нет, это вообще на это похуй. Они некоторых людей даже вообще не знают, блядь. А Вайтра сейчас вообще не при делах. Он уже отошел. Что это за место? Тут у монахов было несколько жилых кварталов. И главный из них рядом с кладбищем. Придурка два дают? Я не помню. Вот это у меня 3 года уже. Тот сад. У меня 3, в июне будет 3. Так, орел или решка? Динамик. Осторожней с этой хренью. Блять! Блять! Я не думал. Ну, может, за другими взрывами не заметят. Эй, можно подняться по крыше. Высоко, не подсадишь. Найдем на что забрать? Да. Там больше, возможно, ну, 250, это, наверное, ну, ближе к Новому году, когда Гвинт заиграет, и если я это еще продолжу всем этим заниматься. Да-да, а так, нет. Типа, мне куда это надо-то? Мне же... Что за приколюхи? Что надо делать от меня? Что мне требуется? Мне надо туда залезть? Может, ее... Ладно, ок. А, вот какие-то ворота. Так, где там динамит был? Изи. Получай, дверь. А
ты разбираешься. За свою жизнь я много чего взрывал. Типа надо это туда затащить вниз, да? Не ебись. Мне похуй вообще. Это мне нет, ты его лихо. Я тащу. Сбоку заходи, блядь. Все, пиздец. Я не вижу, откуда они и сзади, и спереди, везде лезут, блядь. Кто, блядь? Вот откуда? Пиздец. Да пиздец! Спрячьте меня здесь, а! Охуеть! Да это ебануться, блядь! Ну откуда? Ну как они по мне тут попадают? Ну что это? Ну что-то откуда он по мне, блядь, стреляет? Началось, короче. Эти вот пидорасы откуда-то вылезли. Даже. Он идет на тебя. Знаете, вот здесь можно отсидеться, не? Все, что ли? Могло быть и хуже. Да. Уходим, пока никто не нагрянул. Сколько там время уже? 8 часов. Спасибо еще за помощь тебе большое, братик. Спасибо, что помогаешь мне толкать эту хуйню. Прям круто. Look.
Ну, пошли. Есть! Осторожно. Зацеплюсь. Вот. Думаешь, ты так сможешь? Чего? Я же сам тебя научил. Ну, тогда попробуй. Вот видишь? Неуклюже. Так, это мне туда, да, надо, наверх? Вон там лестница, но до нее не долезть. Держись, я сейчас. Подсади. Эти звуки. Блядь. Давай, я подтяну тебя. Только давай. Спасибо. Все. Ага, нам туда надо, да? Ладно, похерачили. Поехали. Зад ободрал. Ой, специально сделаны камушки на стене. Ура! Ура! Мне нравится. Главное деньги. Нет, это мне не надо. Ну чё, блядь? Это Таим, блин. Да-да-да, солдат 76. На, нахуй. Вы у меня в прицеле. Наверняка кто-нибудь услышал. Валить надо, быстро. Конечно, услышал. Ты что, думаешь, не услышит? Ебать, что это за пистолет? Пиздец, я его боюсь. Ага. Блять. Подайся немного, не могу я, машина для убийства.
неосознанно, что ли, мы искать сокровища и бить ебало. Как ты видишь, сокровища почти все нашел. Да-д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 а
Мне даже ачивку дали, понимаете? Ачивочка. За все мои старания, за мой нереальный аим мне решили наградить. Нет. Нет. Нет! Сэм, сюда! Я пытаюсь. Или нет? Или не сюда? Блять, что за хуйня? Где я? А, ну вот, все. Нет! 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 Райден! 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 Так, еще попытка. Давай. Помоги. Круче, чем с моста. А ты что, когда-нибудь пробовал? Нет, но я уверен, что это круче. Нет.